А еще вчера Путину показали вот это вот чудо российского автопрома. Но даже сам Песков внезапно взял и заявил, вы лучше сами послушайте. Если честно, то не очень. Я бы к производителям обратился, ну машину надо, конечно, давать дома. Они производят, потому что те, кто вот наш водитель, он рассказывал, что я сам напильником ее усовершенствовал, сам докручивал и так далее. Руль работает плохо, коробка работает плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный. Вот, значит, понимаете, вот, то есть, конечно, к производителям хочется обратиться, что надо все-таки как-то дома доводить, а они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают. Это тоже проблема, с которой, кстати, нужно бороться. Была бы конкуренция побольше, они бы шевелились, а они не шевелятся все это. Это вот я вот так обрушился с крыши. Ну, конечно, теперь Z-псевдопатриоты расскажут, что Россия рано или поздно все сделает сама. Ну, моторы научатся делать, но есть одна загвоздка. Навряд ли научатся.